певний юмор, так? Я би не так снісся, куди ти що? Та ж не можна, так, Микола? Не можна. Вот у нее размер только что на портфеле, так кожа, мне кажется, вообще, вот не мочи. Мне кажется, у нее такой размер, когда мы ее сюда перевели в бокс, карту на смарте, 10-ю на марку, они такие же были. Мясо, говорит, буду есть. Это губа, нет, дура. Она и первую кашу съела, потому что там был мед, масло, творог. Мед. А здесь без меда. Надо ей какой-нибудь улей смастерить здесь. И мед туда ложить, чтобы она туда как-нибудь. Этот улей. То есть вот это подходит ей это питание. Ну главное потом какашку. Вкусы можешь чередовать. А? Вкусы чередовать можно. А я взял там с говядиной, с телятиной, да, с чем-то, с индейкой. Да, индейка. Рекламируем? Реклама. Надо сфотографировать. Не боляшка, очень любят медведи. Рахитные медведи очень любят. Не боляшка, любят даже мишки. Ну я вот поеду, не знаю, если я увижу те консервы, которые я Юре покупала. Уже на тарелку вылизывает дно. Кстати, я только лизать и могу. Не, мало. Мало, да. Так жадно схватила. Схватила, так жадно заорала, так говорит, мое. Вот тут еще, смотри, маленькая. Максим аккуратно. Испачкает. Ну, кусит и кусит, ладно. Мне тоже надо, чтобы меня кто-то кусил тут и все. Ну поедешь. Кроме лиса. Говорят, она нормальная. 10 дней подождем, если у меня все хорошо будет, за все хорошо. А если белый завтра? Не, бешенство в течение 3 дней надо колоть. Да. Не, ну если она нормальная, как говорят. Кузненька, дай тарелочку, ты еще тебе дадим. Скажите, да, еще 50 тысяч.